Dune, the battle for Arrakis. Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами Скудер, канал Ни Слова об Играх, и мы продолжаем проходить Дюну 2, The Battle for Arrakis, как любезно нам сейчас произнес очень пафосно мужик, которого в детстве мы просто обожали. Вот, и сейчас мы продолжим проходить ее, собственно говоря, за Атрейдесов, как я вам и говорил, за Ордосов мы кампанию уже прошли. И второй у нас будет на очереди именно компания Атрейдесов. А последними уже будут Харконины или Харконин, как хотите. В детстве, кстати, их называли Харконины, а не Харконины. Вот, ну что же, приступаем к выбору домов. Ордосы пройдены, змеюшки. Сейчас будут... кстати, тут Атридесы. Ну, кто как, да. Кто-то их Атрейдесы, кто-то Атрейдесы, Атридесы, Атридесы. В общем, по-разному, но... В общем, суть одна. Синенькие, синенькие. Впереди синие. И, как я вам говорил, будем играть немножко по-разному. Буду стараться варьировать. То есть, за Атридесов будем играть... стараться... врагов переманивать как бы на свою сторону, играть менее жестко, что ли. Ну, по возможности, конечно, все равно стратегия военная. Просто буду захватывать здания, и это будет как бы означать, что мы перетянули все-таки на сторону свою врага. Вот, все-таки Атрейдесы считаются такими благородными, да. Хоть и, конечно, это война, но они такие благородные, типа, воины. Вот, так что как-то так попытаемся. Ну что, погнали. С давних пор дом Атридесов славен своей честностью и благородством. Вот о чем я вам только что и сказал. Наши подданные послушны, мирны и трудолюбивы. Желаешь ли ты присоединиться к дому Атридесов? Да, черт возьми, такой пафосный. С Библией стоит. Наверное. С Библией. Хотя... просто обложка, а в ней, например, там пистолет или тюбик с ядром. Так, мое имя Кирилл, и я рад приветствовать тебя. Ну точно, Кирилл, митрополит, блин. Я буду твоим советником, дабы помочь очистить эту планету от неотесанных плебеев, представляющих другие дома. Верховное командование просит тебя построить завод по очистке спайса и собрать его на сумму 1000 кредитов. Как неожиданно, не правда ли? Ну давайте послушаем его совет. Что же он нам там насоветует такого? Сначала кладут плиты фундамента и на них возводят постройки. Построй электростанцию и завод по очистке спайса. После этого ты легко наберешь необходимые для победы 1000 кредитов. Смотри, как он много советует. И вообще, словоохотливый такой дядя. Ну что же, приступаем к этой наисложнейшей задаче. Это как бы одна из сложнейших миссий вообще в Дюне. Первая. То есть в дальнейшем будет попроще, но здесь как бы, из-за того, что у врага нет базы, будет очень сложно. Так, давайте сразу расчистим немножко плацдарм для построить. Да ладно, вот это же скач. Сразу же нападают. Сразу же просто. Могли бы поговорить с ним, заговорить его, там, не знаю, что-то объяснить. Так, давайте. К сожалению, тут диалоговой системы нету, заговорить врага не получится. Истошные крики просто. Душераздирающие. Так, ладно, я... Да ты смотри, какая брута. Просто пожёсткая.
Ордосы очень агрессивные, очень агрессивные сопляки. Сразу прям жмут. Я говорил, очень сложная миссия. Они будут сейчас переть, переть и переть. Прямо из песка. Из песка появляться. Из-под низу. Ладно, поставлю на 4 плиточки. Ничего страшного. Хотя это, конечно, в этой миссии чревато очень. Но... Да, давай на двойной. Сразу давай. Много денег надо. Надо деньги, потому что сейчас попрут. Мощные, мощные мощники. Ну и, кстати, по поводу начала вот первой миссии, которая, как мы знаем, уже первой, собственно, миссией не является. Могли бы вот здесь для любых домов, да, первую вот эту вот, первое задание сделать бы таким, что сразу две стороны на тебя нападают. Ну пусть, да, здесь нет базы, там, я, конечно же, шутил, счет того, что это сложнейшая миссия. Вот, потому что, ну, как бы территория еще не распределены, не определены и не захвачены никем, то, как бы, поверхность планеты, она еще такая, ну, то есть, разрозненные какие-то войсковые группировки, да, и могли бы здесь сразу, например, если играешь за Атрейдесов, как мы, то нападали бы понемножку, так и Харконины, и Ордосы. Как-то так. А вообще Ордосы никчемные. Хотя мы кампанию за них, конечно, прошли, затащили, но Ордосы это... Ребята, слабаки, короче, слабаки. Атрейдесы сила. Ё-ё-ё. Стоит буквально, блин, чуть-чуть отойти. Я специально не разведаю здесь территорию, чтобы это, ну, не нарываться. Же Атрейдесы, мы не хотим лишней кровопотери ни среди своих, ни среди соперника вражеской армии. Поэтому я сижу тихенько и в ус не дую. Да. Вот. Так, ну что, нам-то, собственно говоря, надо набрать 1000 кредитов. Кредитов. Так, вот уже Харвестер приехал. Сейчас он нам, насколько я помню и знаю, привезет 700 кредитов. Кредитов. Буквально чуть-чуть нам не хватит. Но мы его перенаправим. И да, кстати, если у здания, у рефайнери, вот, перерабатывающего, не хватает жизни, ну, зеленые нормально, а если уже желтые становятся жизни, то оно начинает медленнее работать. Ну, и это касается любого из зданий, которое занимается каким-то, каким-либо производством, какой-либо деятельностью. Будь то главный завод, будь то рефайнери, будь то технический завод, ну, выпускающий военную технику, солдат и прочее. Ремонтный завод. То есть надо следить за полоской жизни. Не просто из-за того, что там, ну, типа, ой, желтый, ой, там, красный. Надо чуть-чуть подлечиться. Просто оно работать хуже становится. Так, ну, по-моему, хватит уже и этого. Идем на рекорд, просто скоростное прохождение Дюны. Сейчас раз и не хватит $3. Нет, все, 1005. Ну где мои? Где моя авиация? Вот она. Все, победа, разрушили всех, ушатали просто в хлам ушатали, в плен всех взяли. Вот, мы плены берем, в отличие от Аркольна. Так, победа. Что скажешь, Кирилл? Мои поздравления. Я знал, что ты очень легко справишься с этим заданием. Да, ага, легко. Фига себе, меня там давили. Все, всю миссию меня давили просто. Надеюсь, что смогу быть полезен тебе в грядущих миссиях. Я тоже очень надеюсь. Так, что там у нас? О,
5 минут справились. Пустынный червь. Очень знатное такое звание. Так, тобой, врагами, ничего, у нас все нормально, все очень хорошо. Великие Атридесы смогли одержать свою первую победу, пароль дипломатик. Да, пароль дипломатик, но не на эту прологовую как бы миссию, да, а на следующую, которая будет считаться первой. Погнали, погнали. Кстати, здесь от себя тяну они написали, вот русские локализаторы, переводчики, это вот не должно быть. Великие Атридесы смогли одержать свою первую победу. Вообще ничего в английской версии такого нет, там просто написано пароль к следующей миссии, все, к первой миссии, которая будет вот эта. Польщен тем, что ты не отказался от моей помощи. В этот раз у тебя есть выбор: собрать спайса на 2700 кредитов или же сокрушить базу ордосов, расположенную в этом регионе. Удачи. Так, и совет. Совет, да, очень важны для тебя, для нас твои советы. Построив радар, возведи бараки. Пехота — отличное средство для защиты твоих харвестеров. Что, на них нападать, что ли, будут? Поехали. Ну, в этой миссии, я не помню, если честно, за ордосов мы, по-моему, воевали. Вот. Но за атридесов, конечно же, мы будем 2700 кредитов набирать. Мы стараемся на пацифизм, там все дела, вот это вот все. Если есть возможность выиграть войну, не жертвуя своими войсками прежде всего, своими людьми, которых мы тренировали, которых мы одевали, которым мы давали пищу, ночлег и своих уникальных тренеров. Я уже на песок не направляю по привычке, но здесь-то червя еще не будет, как мы знаем. Так, ладно, поехали. Нам для этого надо 3 завода, ну, либо 2 завода и 1 одно хранилище спайса, либо можно 1 рефайнер и 2 хранилища, но это глупо, будет медленно все это твориться. Нам надо быстрее, быстрее, как можно быстрее сделать деньги, заплатить кому надо и как бы все, свернуть здесь все военные действия. Так, спайс мы, наверное, вот тут поставим, а ниже у нас будет... Так, кто там, кто там, кто там? О, уже пошли. Уже пошли в атаку, ордос. Уже прям воюют, атакуют. Так, и сразу 2 получится поставить. Хорошо, денежки остались. Остались деньжушечки. Прекрасно, просто прекрасно. Так. Вот не помню, у атридесов... У них, по-моему, есть и пехота, ну, такая слабенькая, вот эти вот, которые лазерами просто пуляют. И есть еще и... А, не-не-не-не-не, это не у них, это у ордосов. Да-да-да, у них нету вообще гранатометчиков. У тридесов, да, пехота у них слабая, точно. Кстати, вот в Дюне, про которую я вам там рассказывал, когда за ордосов играли, Дюна, ох, ёлы-палы. Так, давай-ка на передовую. Надо наименьшее количество войск, чтобы помёрло. О! Отлично. Так вот, в Дюне вот... хаки или как в модификации Дюны на двоих в PvP режиме, там баланс, конечно, переделали, и там гранатометчики, вот эти пехотинцы, они уже не такое слабачье, как вот в оригинале, да, в компании. У них, во-первых, дальность увеличили, на которую они со своих гранатометов шмаляют. Во-вторых, они ну, они не единственные, но они тоже стали стрелять по воздушной технике. В оригинале они по воздуху не стреляют. Ну, то есть по орнитоптерам, орнисептерам. Короче, этим птицелетам вот. А в PvP режиме им сделали, прикрутили фишку, что они лупят по технике воздушной. И так как там же в PvP
Дюне сделали такую тему, что когда у тебя нет электричества, да, вот эта синяя полоска, она вот до самого края заполнена, то у тебя отключаются ракетные пушки. То есть те, которые просто стреляют, они продолжают стрелять, а ракетные пушки, они отключаются, если не хватает электричества. Вот, соответственно, если враг в этот момент нападает своей воздушной техникой, то ты остаешься беззащитным, потому что никто больше не стреляет по самолетам. А вот в PvP режиме там как раз таки базучики лупят по ней. Можно прям базу так это в нескольких местах окружить такими базучиками, на скалу как раз понаставить. Плюс там гораздо больше техники можно строить. То есть ограничения, ну либо его вообще сняли, либо его увеличили в разы. То есть если даже в самых последних миссиях у нас за, ну, в оригинальной Дюне можно строить сколько там, 25 единиц техники, да, то в этой Дюне я даже не знаю до лимита. Я, по-моему, один раз дошел. Там, по-моему, 100 единиц можно строить. Ну, там 50 с одной стороны и 50 с другой. Так, ну, всего 100 на двоих. То есть гораздо расширили возможности. Так. Ой, Трайк пострадает. Давайте поменяем. А то он первый нападает и огребается постоянно. А что вы хотели? Надо следить за техникой. Так, 1200. В принципе, не так много осталось. Слоечки пасешься, молодец. Так, а ты на слоечки иди, наверное, тоже сюда. Что ты прешь куда-то не туда, малёк? А, и короче, скорость игры там немножко увеличили. Ну, не знаю, скорость игры. Короче, юниты перемещаются быстрее там, чем вот здесь в оригинале. То есть баланс там хорошенечко так переработали. Так, надо, у них, видать, тоже бабки кончились, и они там отсиживаются. Так, все, поехал. Полна корзиночка пирожков. Второй тоже сейчас уже отгрузится. Так, ух, мой бравый воин, ну-ка иди сюда, заменим тебя на передовой. Опа, сваливает, а? Ты глянь на него. Постараемся никого не потерять. Так. Что ты тут? Ё-моё, опять уехал куда-то. Вон тут есть залежи прям такие плотные, жирные. Ну, что стоим? Всё, отличненько. Так, 1900, блин, опять чуть-чуть не хватит. 700 привезет этот, а у нас будет 1000 там. А, ну сейчас как раз вот этот немножко дособирает. Огребся чуть-чуть. Так, ну я думаю, этого хватит. Все, сейчас нам хватит. Буквально за... Вот надо было вот сюда вот заехать, да, ткнуться мордой. Тупенькие, ребят. Yes, давай, 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 езжай, езжай, быстрее, 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 быстрее! Без остановки, все, отлично, все. Да. Ну вот так вот Атридесы, короче. Две миссии за сколько там, за 10 минут, зато быстро. Быстро и без потерь. Мы за две миссии не потеряли ни одного. Ну, точнее, за пролог и за первую миссию. Победа! Не знаю, почему там все дымится.
квад, да, стоит дымится. И стоит техника мощная. У нас ее такой даже нет еще. Не знаем даже, что это такое. Отличная работа! Наша попытка честно договориться с остальными домами встретила сопротивление и со стороны Харконинов, и со стороны Ордосов. Ага, но однако же Ордосы бабосики-то взяли. Уж барыги, елки-палки. Мексиканцы, ё-моё. Захваченный тобой регион будет хорошим источником финансовой подпитки для наших операций. Конечно. Смотрим. За 7 минут. Первую за 5, 7. По нулям все остальное. Уничтожил, правда, 20. Ну пришлось. Ну прут, если, ну как вот, что же, не будешь там на колени перед ними вставать. Мы-то все-таки тоже воины. Мы воины мудрые, но воевать мы умеем. Так, свою вторую победу, пароль Spice Dance. Но это уже на вторую миссию. Так, ну что, давайте тогда, наверное, завершим, хоть серия получилась и такой короткой, но это как бы первые два задания, пролог и вот первая миссия, мы их купили, скажем так. Вот. Ну что же, надеюсь, что вам понравилась первая серия за Atreides'ов. Встретимся в следующем видео. С вами был, как всегда, Скубер, канал Ни Слова в Играх. Всем пока-пока и увидимся в следующем видео.